все снимают, наверное, и захватывают. Максимум нет, наверное, живут. Решил снимать блог. Как продвигать музыкальную группу в России? Идея Иванова. Да. Ну и? Мы приехали. Проспект Ленина, типа центра. И там, ну, все кафешки, типа там, исполнения. Так, это первая серия нашего блога «Как продвинуть музыкальную группу». И мы... Мне ответ – никак. Ну, хорош. Дубль 2. Так, мы идем дальше продвигать нашу группу. Подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам не нужна живая музыка? Не случайно. Мы бы вот здесь вот стояли. Вот. Было бы много клиентов. Вот она, благодарная публика. Yeah. Мы нашли свою аудиторию. Так, как? Давай, я снимаю. Рэк, да, где-то? Где рэк? Давай, это наш, снова наш блог. Бля, чувак, ты меня подставил. Я чуть не от камеры. Я говорю, давай вот так идти по дороге. Чего я буду стоять как? Давай, иди. Так, ребята, вот вам очень дельный совет. Если вы собрались продвигать свою группу в другом городе, да, прежде чем ехать, как мы, позвоните. Позвоните арт-директорам, то вы выставите себя дурака. Как мы. Будете идти и психовать. Арт Иванова. Входим здесь. Никому не позвонили, блин. Опа! Опа! Памятник революции!